I remember the Supra Buddha in a story was meditating just like this in his bliss, and someone passing by asked him, yes, why are you alone here? Я помню, есть такая одна история, что один супрабудха медитировал, и проходящий мимо человек его спросил, почему ты здесь один медитируешь? So he replied, the Suprabuddha replied, now I am alone. И он сказал, вот теперь я один. Before I was with my beloved one. Сказал, до этого я был с возлюбленным, с возлюбленной. Yes, she will be completely alone with the people around. То есть на самом деле вы чувствуете наоборот полное одиночество. And you need to develop a good disguise, yes, good. Когда вокруг вас люди, поэтому нужно разработать хорошее какой-то костюм себе, определенную роль. With your indifference. Чтобы люди не так страдали от вашего безразличия к ним. Complete indifference. Потому что это полное безразличие. Indifference even to your body, to completely. Даже ваше собственное тело вас просто перестанет интересовать. This is the characteristic of the real I. It's completely indifferent. Это есть одна из характеристик высшего я, оно абсолютно безразлично. Completely. But you have to develop the disguise, yes, no. That you are interested. Нужно разработать какую-то себе маску, проявлять какой-то интерес и заинтересованность. This is the period of stabilization. After final liberation, you will be. Это есть такой определенный момент стабилизации, выравнивания после освобождения. You will become stable, yes. Когда вы укоренитесь в своем освобождении, вы сможете уже функционировать в этом мире. But indifference is complete. Но это безразличие, оно будет when you are полным. Fully engrossed in yourself, indifference is complete. Когда вы полностью поглощены своим высшим я, ваше безразличие просто всеобъемлющее, полное. Different, yes, I don't care. No. It's indifference, pure indifference. Это безразличие не в отрицательном смысле слова, а просто самое чистое, полное безразличие. You know the Sphinx in Egypt. Как Сфинкс в Египте. That statue. When you are in front of the statue, what happens? Когда вы находитесь перед этой статуей, что вы ощущаете? The statue never saw you. Never sees you. Never sees you. Вы знаете, что эта статуя никогда вас не видит. Она не смотрит на вас. Statue sees the horizon, yes. Она просто смотрит в одну точку, вы на горизонте где-то. Not you. You are not interested. Not interested. Not. Вы ее абсолютно не интересуете, она даже вас не видит. Statue is like this. So Suprabuddha is like that. И также себя ощущает и Супрабудха. He or she is constantly looking looking into the self, looking into the eyes of the Lord. Потому что он постоянно смотрит в глаза Господу, он созерцает свое высшее я. So he is completely different inside, yes, completely. И поэтому внутри он полностью не заинтересован ни в чем, ему безразлично. But on the outside he plays a role. Но внешне он играет какую-то роль. Time, yes, helping people. Помогает людям, проявляет какую-то заинтересованность. Mm-hmm. You continue to be interested in the Suprabuddha state? Вас очень интересует это состояние? Aphorism 19. 19. Guna dispanda nishandaha samanya spanda samsrayat latatma labhaha satatam syurgyasya paripantinaha. The emanation of spanda that began with the qualities of prakriti and which obtained their own existence by resorting to generic spanda does not ever stand in the way of the of one who possesses knowledge of the self. Эманации спанды, которые начинаются с качеств пракрити и которые получают, которые существуют благодаря общей спанде, также не являются преградой на пути того, кто обладает знанием своего высшего я. There is a problem with when someone that is not Suprabuddha and reads this, he thinks,
oh my god, the Suprabuddha is all the time winning, yes, because nothing of this world stands in his way. Тот, кто читает эти строфы и кто не является Супрабудхой, может подумать, что Супрабудха всегда выигрывает, он такой победитель, потому что ничего не стоит на его пути. No, he's not that. He's not a Superman. Yes, he's not an ordinary person, but reloaded. No. На самом деле нет, он не Супермен, не то, что он как вроде обычный, но с какими-то сверхсилами. He can lose too. Он тоже может иногда проигрывать. But he doesn't care. Но разница в том, что его это абсолютно he's не беспокоит. Different. И это просто он абсолютно невозмутим, его это никак на него не влияет. Completely different. And he can play a role that is very interesting, but inside is completely different. Он внешне может играть какую-то определенную роль, проявлять заинтересованность, но внутри его ему безразлично. Even if the entire humankind is destroyed, he's completely different. Даже если рухнет все человечество, сотрется с лица земли, because он будет все равно. He suffered an inversion. What he? This is the human being. This is the Suprabuddha. Completely the opposite. То есть он претерпевает такую инверсию, у него все наоборот. Это как вот обычный человек, а это Супрабудха, и потом все переворачивается с ног на голову. So his interests are not the interests of the rest of people. И поэтому его интересы коренным образом отличаются от интересов других Nothing. Людей. То есть у него нет этих интересов, в принципе. But he has to play a role. Но он исполняет какую-то роль определенную. For example, when I was some years ago, I was told that I had to secure my economical future, yes, before the age of, I don't know, 60. Я помню, что в прошлом мне кто-то советовал, что мне надо позаботиться об обеспечении своего финансового будущего. Мне надо позаботиться о финансовой безопасности. Я не мог посмеяться над ними, мне пришлось очень серьезно все ответить. Я сказал, да, у меня пока еще есть время, я очень постараюсь. To secure my economical future. Чтобы обеспечить себе потом старость. Because another person is not a Suprabuddha, it's an ordinary usual person. Потому что тот, с кем я разговаривал, не являлся Супрабуддхой, он был обычным человеком. He thought about money and a big amount of money for my future, you know, common thoughts. Поэтому, естественно, его волновало мое финансовое будущее, как я буду вообще жить. But I don't care about that. Но меня это абсолютно не интересует. But I had to pretend that I'm very, 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 very worried about my economical future. Ну, конечно, мне приходится притворяться, что меня это очень беспокоит. Are you worried about your economical future? Вас беспокоит ваше финансовое будущее? No, you will be worried. Скоро вас побеспокоит. Yes. Suprabuddha know, but he has to pretend. Oh, yes, you are right. I need to secure my future. Yes. You can die tomorrow, but you have to secure your future. Suprabuddhе приходится притворяться, что его действительно это интересует. На самом деле, может покинуть тело в любой момент. I remember Bapu Mai. I told you about Bapu Mai. Yes. Yes, Bapu Mai. Now you will remember. Я, по-моему, рассказывал эту историю про Бапу Май. Бапу Май was a Suprabuddha, yes. Он был Супрабуддхой. And he was trying to secure his economical future too. И он тоже старался обеспечить себе безбедную старость. No, he was a mendicant. Yes. На самом like деле, a beggar. Он был попрошайкой, он жил на улице. Met with him one time. И мой гуру однажды встретился с ним. So, because people told him that Бапу Май was a great saint. Потому что now I remember. Now you remember. So he Muktananda met with him and Muktananda asked him to ask him permission for accompanying him to his house. Кананда был наслышан, что это очень великий святой, и он попросил у него разрешения сопроводить его домой. And that Бапу Май has three little
bundles. В Бапумае было таких три небольших сверточка. So Mutanand asking about that, and he told, I have the three gurunas, yes, sattva, rajas, and tamas, completely tied. И Мутананд спросил его, что там у него в этих кулечках, он сказал, что это три гуны у меня там связаны. Give me one, Mutananda said, yes, joking. Мутананда пошутил и сказал, дай мне хоть одну. My gunas are mine only. И он сказал, нет, это мои гуны, только мои. Gunas, the powers of nature, yes, of Prakriti. Это силы Пракрити, силы природы. Gunas, the powers of Prakriti, you know? Вы знаете, что такое гуна, да? Gunas, sattva. Sattva is the force that generate harmony, peace. Сатва – это та сила, с которой происходит умиротворение, духовная практика, уравновешенность. Rajas generates activity, anxiety, all passion. It's the rajas. Из раджаса происходит вся деятельность, все движение, также тревожность, тревога. Life in general is rajasic. Жизнь в основном раджастичная, то есть она обладает качествами раджаса. Tamas is darkness, ignorance, dullness. А тамас, наоборот, это такое это ступор, тупость, разложение, темнота. So he tied all the three gunas, yes, he was the master of the three gunas. Это значит, что он овладел полностью этими гунами, они не все у него в мешочке были связаны. Finally, Muktananda and Бапумай arrived at the house of Бапумай, but the house of Бапумай was a cemetery. И в конце концов Муктананда и Бапумай пришли к последнему домой, но он жил на кладбище. So in that cemetery, Бапумай sit, yes. И там Бапумай уселся. The roof, the sky only. Его крышей было небо. So Бапумай said, I'm hungry. И Бапумай сказал, я проголодался. So all of a sudden a rich person just appeared. Вдруг из ниоткуда появился богач. Clad in rich garment, yes. Был очень well educated. Изысканно одет, он был очень образован. With a lot of food, yes. И он принес с собой кучу разной еды. And put that food in front of Muktananda and Bapumai. И он положил эту еду перед Муктананда. In the middle of the night. Это все было на самом деле происходило на кладбище посреди ночи. So Muktananda asked that guy, who are you? И Муктананда спросил этого мужчину, кто вы? Who are you? When Бапумай is hungry, I appear. Он сказал, когда Бапумай испытывает голод, я тут же появляюсь. It's the power. То есть это определенная сила Супрабудхи. It's power, tremendous power. Это невообразимая сила. So Suprabuddha is not a normal person, but reloaded like Superman. No. Поэтому Супрабудха это не как обычный человек, но больше похож на Супрабудху. It's another type of person. Он совсем отдельный вид человека. So Бапумай evidently wasn't worried about his financial future, economical future. И, как вы уже поняли, Бапумай совсем не беспокоился о своем финансовом будущем. Апрабудха дияствете свастити стагано деята. Patayanti duruttare gore samsara vartmani. Nonetheless, this very emanation of Spanda, laboring diligently and incessantly to cover or veil there of the people who have an awakened intellect, real state or nature, cause people of an awakened intellect to fall into the terrible course of or way of transmigration, from which it's difficult to come out. Тем не менее, эти же самые эманации Спанды прилежно и беспрестанно трудятся над сокрытием истинной природы людей, которые обладают непробужденным интеллектом. И таким образом являются причиной того, что они впадают в ужасный цикл самсар, то есть перерождения, из которого очень трудно выбраться. That's why the importance of understanding scripture, because scriptures awaken your intellect. И поэтому понимание Писания, изучение Писания очень важно, потому что оно помогает пробудить интеллект. Forge your intellect. Он укрепляет, это укрепляет его. But your intellect is not forged by scripture, you are like the rest of people, yes. Потому что если ваш ум не укреплен, не сформирован Писаниями, то вы ничем не отличаетесь от всех остальных. You fall into the terrible course of way of transmigration, samsara.
тогда вы впадаете в ужасный цикл самсары. It's like a pit. Это как яма бездонная. And from which it's difficult to come out. Из нее очень трудно выбраться. It's very difficult. You notice it, yes, with the rest of people, it's very difficult for them to come out. Вы, наверное, замечаете это в других людях, что им очень тяжело выбраться из этого. They cannot change their life. They cannot. You understand? Они не могут изменить свою жизнь. Это очень трудно. For this atha satata mudyukta spandatattva vivittaye jagradevani jambhava achirernati gacchati. For this reason, he who is constantly prepared for discerning the principle of spanda attains his own essential state or nature quickly, even in wakefulness. Таким образом, тот, кто постоянно готов различать принцип спанды, достигает его высшей природы быстро, даже в состоянии пробуждения, бодрствования. Достигает атмавьят. Попробуйте это счастье. Быстро. Испытать блаженство. Yes, you cannot. Не можете. Achirerna. Because you are not a suprabuddha. Yes. Потому что вы не являетесь пока супрабудхой. Achirerna. Because you are not constantly prepared for discerning the principle of spanda. Потому что вы не готовы постоянно еще различать этот принцип спанды. Нужно сначала пройти определенную практику. The goddesses of the senses, you remember? То, что я вам говорила, наблюдать... Are moving the senses. Созерцать богинь, которая отвечает за все наши, за все наше восприятие, за все наши чувства. The normal state of consciousness, you pay attention to the sounds, for example. Потому что в обычном состоянии сознания вы обычно фокусируете внимание на самих звуках, к примеру. But for discerning the spanda, you pay attention to the power that moves your ears, yes, that make your ear work. Но для достижения более высокого состояния сознания нужно как раз фокусировать внимание на той силе, которая заставляет нас различать звуки, то есть на этих богинях. Я могу прийти в это состояние очень быстро. You attain your essential nature and you experience bliss, because your essential nature is bliss. Знаете, воспринимать свою истинную природу, и при этом вы испытываете блаженство, потому что блаженство и есть ваша истинная природа. For this 22, I need to check this aphorism again for. Explaining the aphorism of the chapter 2, yes, for you to understand better. Нужно вернуться к 22-му афоризму первого раздела, чтобы вы потом смогли понять афоризм следующего раздела второго. Now, Vasubhuta explained when you can get in touch with the spanda very fast, yes, and attain final liberation if you are attentive. Теперь Сугупта объясняет, как можно очень быстро достичь освобождения, если вы достаточно внимательны, как ухватить спанду. Ати крудха прахришто ва ким кароми ти вамришам дхаванва яд падам гаче татра спандас пратиштитаха. Spanda is firmly established in that state or condition which is manifested in a person when he is excessively angry, exceedingly pleased or delighted, reflecting what do I do or running for his life. Спанда крепко укоренена в том состоянии или в тех условиях, которые проявляются в случае, когда человек чрезмерно разгневан, чрезмерно доволен или восхищен, или думает, что делать, или убегает, чтобы спасти свою жизнь. So when you are excessively angry, yes, that is an opportunity for you to realize spanda, realize your essential nature. Поэтому когда вы очень сильно разгневаны, это шанс для вас осознать свою высшую природу. When you are ati krutha, when you are ati excessively krutha, excessively angry. Когда вы находитесь в состоянии ати крутха, то есть очень разозленным, разъяренным состоянием. Prefix. Прахришта. Excessively glad, excessively joyful. Или наоборот, в очень довольном состоянии. When you reflect, Mrishan, yes, Kim Karomi, you are desperate,
king Karoma, what do I do, Yeso? What should I do? My God, you are desperate. Когда вы в отчаянии размышляете о том, что же делать, думаете об этом. Or when you are running for your life. Dhavan, when you are dhavan. Yes. Или когда вы убегаете от кого-то, чтобы спасти. Tiger after you or something, yes. Если вас преследует тигр или еще кто-то. Your mind is completely stopped. В этот момент ваш ум останавливается. At that time this panda is full, yes, you can grab it. И как раз в этот момент расцветает панда, и можно за нее ухватиться. It's not that you stop, yes. No, you continue to run, but you, because the tiger, obviously, you are not foolish. То есть вы, естественно, не останавливаетесь в этот момент, если за вами идет тигр, вы продолжаете бежать, но просто вы можете подумать об этом. Yes, but you grab that state with your mind completely stopped. Но вы можете ухватиться за это состояние остановленного, приостановленного ума. When you receive a horrible news by phone, that's a good moment for you to get final liberation. Или если вам кто-то сообщает ужасные новости по телефону, например, то your mind is stopped. What? Что? Что? Потому что в момент что? Такого замешательства ваш ум останавливается. Yes, your entire family is dead. The plane. Yes, you receive that news. So your mind is stopped. At that time, if you meditate fast, yes, fast, you get final liberation. Если, например, вам сообщат, что ваша вся семья погибла в крушении самолета, в этот момент, если вы быстро войдете в медитацию, вы сможете осознать. You have to be very attentive. Но нужно быть очень внимательным при этом. It's an opportunity. Потому что на самом деле. Your mind is knocked out. Отличный шанс, потому что в этот момент ум просто отходит. Because your apparently apparent freedom, yes, is lost. Yes, you are free. You are free. No, you are not free. Punch! Oh, ah. Man is knockout. Та свобода, которой вы считаете, что вы наделены в этот момент, вы понимаете, что у вас ее абсолютно нет. То есть это как бы такой очень сильный удар по вам и по вашему уму. И в этот момент он просто отходит, отпадает. At that time you can grab the spanda. Вот именно в этот момент можно хватиться за спанду. When you are said, for example, okay, you will live only 2 months from now on. Sorry, your doctor. Yeah. Если, например, ваш врач сообщит вам, что вам осталось жить 2 месяца всего. At that moment is the shock. It's a shock for your mind. Yes. So stop. И поскольку ваш ум находится в шоке в такой момент, то он просто останавливается. All this is a type of meditation I'm describing Vijnana Bhairava. И все эти виды медитации описываются в Vijnana Bhairava. Special tantra, yes. It's not a tantra really. It's called a tantra, but really it's part of the Rudra Yamala tantra. И хотя это называется отдельной тантрой, но она является частью Rudra Yamala tantra на самом деле. Rudra Yamala tantra is a venerable book in the tradition of Trika system. И Rudra Yamala Tantra очень почитается в моей традиции. Yama vastam samalambya yadayam mama vakshati tadavasham karishyeham iti samkalpya tishtati. Having taken hold of that supreme state of Spanda, a great yogi remains firm by resolving whatever the self will tell me, that I will do certainly. Ухватившись за это высшее состояние спанды, великий йог твердо решает, что что бы мне это высшее я ни сказала, именно это я и сделаю непременно. Yama vastam samalambya, having taken hold, yes, samalambya. Ухватившись. Of the Yamavastan, of that supreme state of Spanda. За это высшее состояние Спанда. The great yogi, Sankalpya Tishtati, means he remains, yes, he remains firm by resolving Sankalpya. То есть он пребывает в состоянии очень сильного намерения. То есть он размышляет над этим. Sankalpya. Полностью намерен. Yadayam mamma bhakshati tadavasyam karishyeham. Yadayam mamma bhakshati tadavasyam karishyeham. Yad, whatever. Yad, это значит, что бы ни было.
I am he, self, yes, Shiva. Он, Шива. Бхакшати will tell. Скажет. Yet I am mama to me, yes, to me. Бхакшати will tell. Что бы он ни сказал мне. That, that, that is that. That, это значит то. Avashyam, most assuredly. Непременно. Kalishye aham, kalishyeham, I will do. Я и сделаю. Mm-hmm. Так я и поступлю. So I will do whatever he tells me. Я сделаю все, чтобы он мне не сказал, не приказал. The great yogi only. Careful. Yes. Ну, это случается только с очень великими йогами. You have to be completely sure. Вы должны быть полностью уверены в этом. If you start to whine, whine, mm-hmm. to whine it, no, you cannot. Если вы начнете при этом ныкать, то это не сработает абсолютно. Oh, the saint now told me that I have to go to Alaska to preach about Rika. Yes, I have to abandon my family. No, you cannot. То есть, если вы в этот момент расплачетесь, начнете жаловаться, что вот мне высшая я сказала переехать в Аляску и там преподавать no, учение. Если вы расстроитесь, то это все не сработает. You have to be completely sure. То есть, вы должны быть полностью уверены. Because this self is tremendous. Yes. Потому что высшее я, оно на самом деле невообразимо, оно может показать вам все, что угодно, в любой момент. And you must follow his command. И придется выполнить это. Yes, it's tremendous. Maybe have a community in Afghanistan, Rika community in Kabul. Если, например, вам скажут начать сообщество в Кабуле, в Афганистане или в каком-то... In meditation. Oh Lord, tell me what... want me to do, yes. Okay. Если, например, вы в медитации будете просить Господа, чтобы он вам проявил, что он хочет от вас. Only the great yogi. And even the great yogi with problems, yes, because it's tremendous. Но даже у великого йога могут возникнуть проблемы с этим приказом. I remember when he told me, okay, now you will write a scripture in Sanskrit. Я помню, что однажды он мне сказал, что теперь тебе придется написать писание на санскрите. Me? Write in a scripture in Sanskrit? Yes, you. Он сказал, я, мне придется. Он сказал, да. But I already pronounced it. Ядая мама бхакшати, тадавашам калишахам. So I had to follow his command. But I was debating a little with him. И поскольку я уже произнес это, что что бы он мне не приказал, я выполнил. Because I, you know, human beings think, oh, it's impossible, it's impossible. Я знал, что мне придется это выполнить, но, конечно, я с ним еще немножечко потягался, поспорил, потому что для человека очень трудно принять. In the end, I accepted, so he started to dictate. И в конце концов я все-таки сдался, принял его волю, и он начал просто мне диктовать. То есть я начал просто записывать то, что он говорил. And he told me, now you will write a commentary on your sutras. И потом он сказал, а теперь ты напишешь комментарий к своему. So I started to write the commentary, and I continue to write the commentary. Long commentary with many examples, all in Sanskrit. И потом мне пришлось написать очень длинный комментарий к этому всему, с примерами, все на санскрите. So I was afraid of making some mistakes in Sanskrit. Я очень переживал, что я совершу какие-то ошибки, может быть, в моем санскрите. So yeah, I added this note, any mistake, please, a scholar, tell me where mistake. It's very difficult to write in Sanskrit. Я приписал такую фразу, что если какой-нибудь эксперт найдет какую-либо ошибку, я прошу их сообщить об этом. Но... Потому что писать на санскрите очень трудно. To read is very difficult, to write is tremendous. Если читать даже сложно, а писать уже... Пожалуйста. So far, nothing, no correction, nothing. So maybe it's right, fully right. Ну, пока никто мне не написал. A lot of poetry in the middle, he dictated me, put this example with an eagle, with this. It's tremendous in Sanskrit. Там были даже такие очень поэтические образы. Metaphors in the middle, in Sanskrit, commentary. It's tremendous to write that. Я был сам в шоке от этого. It's like all Russian, something like that. It's tremendous. It's crazy. То же самое, что по-русски писать. And using a special style, yes, I use a special style of the medieval ages, the Middle Ages.
И мне пришлось использовать такой особый средневековый стиль. Because I had to choose a style of Sanskrit. Ancient, very ancient, Vedic, modern style. Потому что сначала нужно выбрать определенный стиль санскрита, там существует несколько стилей. Древний, ведический и так далее. Я выбрал средневековый. Crazy people. He told me, now you will found the non-dual Shaivism of Rosario. I remember that. Тебе нужно будет основать недвойственный Шаивизм Росарио. Because it's non-dual Shaivism of Kashmir. Потому что на самом деле это недвойственный Шаивизм Кашмира. Кашмир. Rosario is my city. И причем здесь Росарио, мой город? For he insisted, Rosario is a special Shaivism for the Western people. Но он настоял на том, чтобы это именно была такая отдельная ветвь Росарио, и чтобы это было для западных людей. In Kashmir, Shaivism is not anymore like in the past. It's completely dissolved. Потому что в Кашмире шиваизм уже не имеет такой значимости, как раньше. Он почти полностью исчез. Because Shaivism is of Shiva. Потому что шаивизм принадлежит Шиве. The city, the region is only temporary. You understand? Регион или город — это все внешнее, то есть это все временно. He moves his Shaivism wherever he wants. Он может свой шаивизм, шиваизм переместить куда угодно. And it's completely logical, but when you are said that, you tremble. Yes. И вроде это и логично, но когда вы это понимаете, это просто трясет. Now you found this, yes? Who? Me? Yes, yes, you. Found this, non-dual Shaivism of Rosario. I was 3 weeks debating with him about that. It is crazy. Мне пришлось с ним 3 недели бороться, доказывать, что это... I will be destroyed by India, yes, by the half of India will destroy me if I go to India someday. Я думаю, что меня просто Индия убьет после этого. Oh, this is non-dual Shaivism. So, anyway, I accept it. Но в любом случае мне пришлось принять это. And I continue. So careful with this phrase, yes, you pronounce it. Yadanya mama bakshati tatavasham kalishiham. I will do whatever you tell, whatever he tells me. It's very dangerous. Будьте очень осторожны с этой фразой, что я сделаю, что бы он мне не приказал. You have to be ready. Вы должны быть сначала готовы к этому. Tama Shritya Dva Margena Chandrasurya Bhubhavapi Saushumne Dva Nyastamito Hitva Brahmanda Gochara. So, Tama Shritya Dva Margena Chandrasurya Bhubhavapi Saushumne Dva Nyastamito Hitva Brahmanda Gochara. Very easy, yes. Oh, yeah. By taking refuge in that supreme state of Spanda, both moon, apana, and sun, prana, by rising through the upward path, get dissolved in the course of way of Sushumna, and afterward abandon the sphere of the Brahma's air. Находя прибежище в высшем состоянии Спанды, как луна, то есть апана, и солнце, прана, поднимаясь по верхнему пути, растворяются в пути Сушумны. И после этого покидают сферу яйца Брахмы. I explained this at length in the previous seminar, yes? На прошлом семинаре я очень детально это объяснял. So, apana, yes, that enter with inhalation, and prana that comes out with exhalation, and the two pranas are enter Sushumna, yes, the middle channel, the spinal column. То есть апана, все, что входит с вдохом, и прана, все, что выходит с выдохом, эти два канала соединяются в Сушумне, то есть в центральном канале. That he has said. Идут вверх. Now he has said. Сейчас даже поднимается. To the sphere of the Brahma's egg. The Brahma's egg is the body. И поднимается к сфере яйца Брахмы, а яйцо Брахмы — это все тело. And start to pierce. И начинает протыкать поверхность верха. Hello, Kundalini. Kundalini is here. Сейчас Кундалини здесь. Oops. Start to pierce.
appears, appears and abandon. Abandon the body. Yes? This, yeah. this distance penetrates. Она протыкает верхнюю границу и выходит за пределы тела. And we reach the last part of this little flame here that you cannot see because it's subtle, yes. In this point, you attain final liberation. И когда она доходит до кончика этого невидимого тонкого пламени, тогда вы получаете освобождение. So here is Vyapini. Next is Samana, and finally Summana. Vyapini, потом идет Самана, и потом... Vyapini is piercing. Samana is when you you can think, in Samana you can think, but there is no object to think about. You cannot understand. Vyapini это когда происходит, когда протыкает Кундалини, а в состоянии Самана вы можете думать, но в ваших мыслях нет никакого объекта. For example, in the normal state you think and there is an object. Yes. В обычном состоянии вы думаете, у ваших мыслей есть sense. Какой-то объект, вы о чем-то думаете. But when you reach Samana, you think, but it's the supermind, it's not an ordinary mind. So you think, but you have no object to think about. На стадии самана вы думаете, но на самом деле вы просто мыслите, у вас нет никакого объекта, вы ни о чем не думаете. It's not mental, it's not ordinary mind. It's the best way I can explain this. Не ментальное действие, не умом. This is described by Кшемараджи too, yes. Это тоже описывается Кшемараджи. And in Ummana you don't think. It's the state of Shiva, the final state. А Ummana это уже окончательное состояние, состояние Шивы, там уже нет. When Kundalini reach this point, you experience your full freedom, your absolute freedom, Swatantra. И на этой стадии вы уже испытываете свою полную свободу. Another time, you will receive a postcard by me, yes. Тогда я вам пришлю открытку с поздравлением. Now you are Supra Buddha. Поздравляю, теперь ты Супра Будха. And you are completely alone. Congratulations again. Поздравляю с вашим одиночеством. You are alone because when you descend, you are in the middle of animals. Yes. The rest of your human being. Это все происходит, потому что когда вы спускаетесь, вы окружены животными. So you are alone. Поэтому and when you ascend, you are alone because all is Shiva, so you are alone again. И когда вы возвышаетесь опять, вы опять же одиноки, потому что все Шива, вы являетесь всем, больше ничего нет, поэтому вы опять одиноки. You are all alone all the time. Поэтому вы всегда. That's why Aham Ekam. I am one. I am alone. Поэтому говорится Aham Ekam, то есть я один, одинок. Bahusyam. May myself become many. Bahusyam значит пусть я стану множественным, как бы размножусь. You know this phrase? Aham Ekam Bahusyam. Вы знаете такое выражение? The Vedas. Это I am alone. May I become many. Bahu. Many. То есть я один. Пусть я размножусь, пусть меня станет много. But when you are Supra Buddha, you are one. And when you descend, you are alone again. Because yes, there are many, Bahu, but no Supra Buddha, animals again. Поэтому когда вы уже Супра Будха, то хотя вас окружает множество, но это животные, и вы опять один среди них. When you descend, you are a guru or you are a poet, a spiritual poet or something. But you were for elevating humankind. И когда вы опять спускаетесь в этот мир, то вы либо будете гуру, либо духовным поэтом, либо выполнять какую-то функцию по возвышению всего человечества. It's very strange that you will be a Supra Buddha and that you will go to work, I don't know, in Google, you understand now? Это очень будет странно, если вы будете Супра Будха и будете ходить в офис работать, например, на Google или что-нибудь такое. No. You will work for humankind only. Вы будете работать только на благо человечества. Но не на какую компанию? And because you need to descend for seeing people to help. Потому что для того, чтобы помогать людям, придется спуститься до их уровня. Because you are elevated, you don't see people.
потому что когда вы находитесь в очень возвышенном состоянии, вы не видите вообще людей, вы видите только Шиву. И поэтому вам кажется, что и помогать некому. Поэтому в этом тогда смысла не будет. You have to descend. When you descend, you see the animals. The animals, the pashus, the limited being, the limited individual. Когда вы спускаетесь, вы видите пашу, то есть ограниченных личностей. На санскрите это звучит как паша, то есть животное. They are called pashus because they are like animals. They are all the time at the mercy of someone or something. И они называются животными, проводится эта аналогия, потому что все время они находятся во власти чего-то, во власти кого-то. So your happiness is all the time at the mercy of something. Потому что ваше счастье даже постоянно зависит от чего-то, от кого-то внешнего. For example, if you now are pursued by a psycho, yes, wanted to kill you, your happiness will be gone completely. Например, если вдруг вас преследует какой-нибудь сумасшедший убийца, то вы сразу утратите свою радость. Might you receive a phone call, yes, I will kill you, yes. Знаете, вам позвонят и скажут, я тебя ищу, я тебя убью. Your happiness is gone completely. Это быстро разрушит ваше спокойствие, вашу радость. Пашу. Yes, Супрабхута is not like that. Это и есть качество Паши, вас Супрабхута will run away, he's not stupid, yes. He's not stupid, but he is not afraid. I can't explain this. Супрабхутха тоже убежит, он, конечно, не дурак, но, по крайней мере, его это никак не затронет. He's not afraid. И он не будет бояться. Or maybe he will stay, or maybe he will run away, but he's not afraid. Может быть, он даже убежит, а может и останется. Но в любом случае он не испытает страх при этом. Because shooting Shiva is shot Shiva. Потому что стреляющий Шива застрелил другого Шиву. You understand? Один Шива убивает другого. Shooting Shiva is shot Shiva. И это является одним и тем же. То есть тот, кто стреляет, и тот, кого застрелили, является одним. But when you are an animal, you think, oh, shot Shiva is the victim, shooting Shiva is the criminal. Когда вы находитесь в состоянии животного, то вы думаете, что того, кого застрелили, это жертва, а тот, кто застрелил, он преступник. But this is only an appearance. In reality, it's only Shiva. Но на самом деле это просто так кажется, это видимое, а в реале он и есть Шива. Play of Shiva. Это все игра Шива. The final aphorism of the chapter 1. Tada tasmin mahavyomni pralina shashivaskare. Saushupta padavan mudha prabuddha syatana vritaha. Then moon, apana, and sun, prana, get reabsorbed in that great ether. To the partially awakened one, that condition is like the state of deep sleep, and thus he remains stupefied. However, a yogi, who is not covered by the darkness of ignorance, remains awakened and enlightened in that very condition. Затем луна, то есть апана, и солнце, прарна, вновь поглощаются великим эфиром. А для неполностью пробужденной личности это кажется глубоким сном, и он находится в ступоре, в оцепенении. Тем не менее, для йога, который не покрыт тьмой невежества, йог, который не покрыт тьмой невежества, продолжает пребывать в пробужденном состоянии, даже в этом. Hold that. Well, Kundalini reach Unmana, yes, and gets completely dissolved in the great ether, the great Mahabhyoma, in the great ether here. Yes. То есть, когда Кундалини достигает Унманы, она растворяется в великом эфире, Махабьоме. So, the partially awakened, that guy that experienced the self only at the beginning or at the end of the states of consciousness. Но частично пробужденная личность, та, которая испытывает возвышенное состояние только в начале или в конце состояния сознания. When he experienced that, when Kundalini does that, he falls down into deep sleep. Когда его кундалини достигает этой точки, он просто впадает в глубокий сон при этом. So he's like this, yes, kundalini ascending.
when he touched that Mahabhyoma, Kundalini, that great ether, the yogi deep sleep, void. И поэтому, когда он сидит в медитации, и он подходит уже ближе к великому эфиру, и его кундалини достигает этой точки, он просто впадает в глубокий сон. Because Maya, yes, draws a veil. Потому что майя как бы окутывает его. Uncover the light of the self. И so, закрывает от него свет высшего я. He experiences only darkness, boy. Поэтому он видит, испытывает только пустоту, темноту. Because he's not ready. Потому что он еще не готов. To experience that in the middle of the state. Еще не готов получить такой опыт посреди состояния сознания. He experiences that only at the beginning or at the end. Ему это удается только в начале или в конце состояния сознания. In the middle, if Kundalini touch this point, he boy. А если он находится посреди состояния сознания и Кундалини поднимается у него до этой точки, он просто впадает в глубокий сон. It's like a fuse, yes. Как определенные пробки Fusco. Электрические, просто выбивает Fusco. Пробки и все. So, boy. But the Suprabuddha, no. He can be completely awakened. Но Супрабудха, в случае Супрабудхи, это не так. Он продолжает пребывать в пробужденном состоянии во всех смыслах. With open eyes. The voltage is tremendous. И при этом его глаза могут оставаться открытыми, хотя напряжение огромное, которое проходит через него. See? Voltage. От этого напряжения мурашки эти. Можете подойти посмотреть. To make me fall down into the void. Yes. Шакти, когда заставляет, хочет его сбросить в пустоту. Но она не может это сделать. Increase. Oh, here too. Increase the voltage. Давление увеличивается постоянно. She cannot. Напряжение. Сам Шипа. Force her, yes. Grab her. I can grab the Kundalini by the throat. Но поскольку я Шива, она не может меня заставить ничего сделать. Я смогу схватить, могу схватить за горло Кундалини. Кундалини moves, yes. I challenge her. Come on. Increase the voltage, yes. То есть, наоборот, я ей бросаю вызов и говорю, ну, можешь увеличить напряжение. More please, yes, more please. Это в свою очередь вызывает еще больше блаженства. Challenge her. Come, more. Kundalini. It's like a wife, he's enthusiastic with her husband, yes. So more. And the husband remains static. Это же самое, как жена, полная энтузиазма. He doesn't close the eyes, yes, and он просто остается в статичном состоянии, и он абсолютно не впадает при этом в пустоту. It's a state. When you attain Suprabuddha state, you start to challenge Kundalini, yes, to increase the voltage. И это признак этого состояния Супрабудхи, когда вы можете уже бросать вызов Кундалини и просить, чтобы она подала еще жару. You can die at this moment. И, конечно, можно умереть. You challenge. Challenge. Come on. But Kundalini knows that you are Suprabuddha, so he loves you. She loves you. Но Кундалини знает, что вы Супрабудха, и она вас любит. But if you're not Suprabuddha, she kicks you. Но если вы не являетесь Супрабудха, она просто вас пинает, и вы впадаете в пустоту. And next, what happened? You don't know. It's a Prabuddha. Потом вы просто просыпаетесь и думаете, что произошло. Это признак Прабудхи. But one day that Prabuddha, not a long time, yes, short time. That Prabuddha will have the sensation to fall down into deep sleep, but will tolerate the voltage, yes, of Kundalini. В какой-то момент Прабудха, в тот момент, когда его сбрасывает
в этот глубокий сон, он все-таки сможет перебороть себя и выдержать напряжение кундалини. You know, did you have a strong orgasm? Strong orgasm, like a mini death? У вас был когда-нибудь такой оргазм, как мини-смерть, такая маленькая смерть? Yes, you're trying to faint. Есть, такое ощущение, что вы как будто хотите упасть в обморок, потерять сознание. By million times. Это такое же ощущение, только в миллионы раз million. Сильнее. Yes. So, no, deep sleep. No. But someday this Prabuddha start to tolerate. So you challenge that power, and the power increased the bliss. Yes, more orgasm. 1, 2, 3, 4, 5 million, 1 million. And the guy continues. В какой-то момент Прабуддха сможет постепенно уже выдерживать это напряжение, и даже бросать ему вызов, оно будет увеличиваться, и он сможет выдержать. You start to cry, because the body is shaken, but at force. И ваши глаза будут при этом очень сильно слезиться, и даже вы можете заплакать, потому что... You shout too, because the body is completely... It's the power of God. Потому что это сила Бога, она настолько... напрягает ваше тело, что может начать трясти, или вы можете даже закричать от этого. Crazy state, yes, Suprabuddha. Because you could keep the state of bliss and enlightenment in the middle of the state. И после этого становитесь Супрабуддхой, потому что вы можете уже пребывать, поддерживать это состояние, даже посреди состояния сознания. From that time on, you will live liberated. And you can do whatever you want. И с этого момента вы считаетесь уже освобожденным, вы можете делать все, что угодно. You can be look like a stupid man, you can look like a wise, you can look like whatever you want. Вы можете притворяться каким-то coward. Дурачком или трусом или хорошей женой или кем угодно. You can cheat the animals very easy. You can Потому что животных like можно очень легко одурачить. Like stupid. You know the story of the king Bharata, Bharata. Вы знаете историю царя Бхараты? The ancestors of all the Bharatas, Krishna, Arjuna, all the Bharatas. Который являлся предком всех Бхарат. He pretend to be a madman. Yes. Он вообще притворялся сумасшедшим. For people not to bother him. Чтобы его люди не оставили в покое. He was completely mad, naked. Бегал голый везде. Foolish. Вел себя глупо. Не, не подобающе. Okay. Now, this is the knowledge about being Suprabuddha and especially Atma Vyapti. Recognize the self insight. И это все, что касается состояния Супрабуддхи, особенно Атма Вьяпти, то есть распознавание высшего Я изнутри, внутренне. Now my disciple Irina will write all these aphorisms in Sanskrit for you. Теперь, конечно, мне надо написать все на санскрите. Yes? No. I knew this. Now. I knew you. I cannot torture you so much. For now, later maybe. Может быть, попозже меня унизят. Может, не сегодня. Okay. First chapter, he taught about how to see the inner self as Shiva, yes, inside. В первом разделе Васубхута обучает тому, как распознавать себя внутри, то есть внутренне видеть свое высшее Я. А этот раздел говорит о том, как видеть все внешнее, всю Вселенную, как Шиву. Aphorism 1. Первый афоризм. तदा क्रम्य वगन मंत्रः सर्वज्ञ बलशालिनः प्रवर्तन्ते धिकाराय करणानीव देहिनम्. Да ка кра крам तदा क्रम्य. Balam, force, power. Balam – это сила. Balam.
Gravinhol Akramya of that Tad Balan, of that power, of that force. Ухватывай за эту силу. Мантра. Мантра. The divinities called mantras. Божества по имени мантры. According to some authors, the divinities that generate the mantras, the usual sacred words, and according to other authors, only the sacred word, the mantra, not the divinities. Согласно некоторым авторам, это имеется в виду божества, которые являются источником мантр, а другие утверждают, что это сами слова мантр, сами мантры, а не божества. Сарвагья Бала Ша Шали Наха. These mantras, Shalinaha, full of Bala, the power, Sarvagya, omniscient, the omniscient, omniscient, yes? Omniscient. Omniscient. Mm-hmm. The omniscient power, full of the omniscient power. Эти мантры наполнены силой всезнания. Правата, правар, праварта. Pravartante apostrophe dhi karaya. Pravartante dhi karaya. Proceed to occupy themselves with their respective functions. Proceed, pravartante, to occupy themselves with their respective functions. Продолжает выполнять свои соответствующие роли. Function regarding toward the embodied beings, yes, regarding the living beings. То есть их функции в отношении воплощенных существ, живущих существ. Карарнанива. Karmaniva. Iva, in the same way that the Kararnani, the senses of what? The Hinam, the senses of embodied being, or the embodied beings. Так же, как и чувства. Чувства кого? Опять же, воплощенных существ. In the same way as the senses of the embodied beings proceed to carry out their special respective functions with respect the individuals, yes, in the same way. И подобным же образом силы восприятия воплощенных существ выполняют свою функцию по отношению к ним. So, grabbing hold of that force, the mantras, full of the omniscient power, proceed to occupy themselves with their respective functions toward the embodied beings, just as the powers of perception and action, Karanani, of those very embodied beings proceed to occupy themselves with their own functions by also getting hold of that force. Ухватывая эту силу, мантры, полные силы всезнания, выполняют свою функцию в отношении воплощенных существ, и подобным же образом силы восприятия и действия этих же воплощенных существ выполняют в свою очередь свои функции, также ухватившись за эту силу. Now, this is the original words. There is metamorphosis here, yes. Это те слова, которые спрятаны в составных словах, потому что они претерпевают that, изменения. That, Akramya, grabbing hold of. Схватаясь за. Balan force. Сила. Mantra. Mantraha. The divinities, mantras, or and the for and the sacred words, or the sacred words only. То есть это можно интерпретировать мантраха либо как божества,
мантр, либо просто как священные слова мантры, либо и то, и первое, и второе вместе. Pravartanteti karaya. This apostrophe is hiding an A vowel. Когда ставится апостроф, это потому что спрятана А. Она как бы опускается. This is for my Sanskrit student on the web. Это для моих учеников санскрита, которые по интернету будут смотреть это видео. Karanani, powers of perception and power of action. Karanani – это сила восприятия, сила действия. Iva, just us, just like. Iva, таким же образом, подобным образом. Dehinam, of the embodied beings. Dehinam, то есть воплощенных сущностей. Now the stanza is completely dissected. Таким образом мы полностью разобрали эту строку на составляющие. When you translate, you need to dissect completely the stanza, yes. To change the original words. Если вы занимаетесь переводом, то надо всю эту строку расчленять на отдельные слова, потому что они все составные, в которых спрятано много разных слов. То есть надо разобрать все по словам. So now Kshemaraja will start to teach about how to be a full Suprabuddha, yes? Not only inside, but outside. И теперь Кшемараджа, Васугупта. Кшемараджа is the commentator of the aphorism of Vasugupta in Spanda Nirvana. Теперь Кшемараджа поясняет, как достичь полного состояния Супрабудхи. То есть и во внешнем, и во внутреннем. И внешне видит живой. I still didn't translate this part of the scripture on the website, but I will use another translation of another author, but a little bit. I will translate on the fly the rest. У меня еще на сайте не выложен перевод этой части комментариев, поэтому я воспользуюсь переводом другого автора, но я просто буду слёта переводить некоторые части, резюмировать, то есть не дословно читать. Because it's simple. But it's not simple, it's tremendous, but for me it's simple. Это, конечно, хоть мне можно быстро сделать, на самом деле это необратимый труд. Maria, you are very serious. You are in danger. You are in danger. Почему-то находитесь в опасности. Egos are in danger. Потому что эго находится в опасности. Well, at the end of the section, Кшемараджа says, Evan Pratamani Shandena Swaswarupatmakam Yuktyarpa. Yukyupanam sabhi jnanam. Okay. So, in the first section, the author of Vasugupta spoke about Nimilana Samadhi, Samadhi with closed eyes. Yes. В первом разделе Васугупта говорил о Самадхи с закрытыми глазами, Нимилана Самадхи. Now, in the chapter 2, Vasugupta will explain Unmilana Samadhi, Samadhi with the open eyes. А во втором разделе он объясняет Унмилана Самадхи, то есть Самадхи уже с открытыми глазами. Иданим, now in the chapter 2, yes, he will start to explain about how to be completely enlightened even with open eyes. И сейчас здесь начинается комментарий к второму разделу, где объясняется, как испытывать блаженство с открытыми глазами. In the second section of
consisting of 7 verses. Kshamaraja will explain how to see the self in the universe, yes, but little by little. Во втором разделе, который состоит из 7 афоризмов, Кшамараджа поясняет, как различать высшее я во всей вселенной, но постепенно, потихоньку. And inside this chapter, he will teach that even the impure course, yes, is Shivat. И в этой главе он также поясняет, что даже нечистое тоже является Шивой. The pure course, you know, is the first 5 categories. Yes, Shiva, Shakti, Sadashiva, Ishvara and Sadvidya. Yes, the kingdom of God. Чистым считается царство Бога, то есть первые 5 категорий, первые 5 татв. This is Shutatva, the pure course of manifestation of this universe. Это называется Shutatva, то есть это чистый путь разворачивания Вселенной. And the impure course is the rest, from Maya up to, down to Prithivi, the earth, yes. Нечистый путь — это все остальное, от категории Майя до самого конца, до Prithivi. The cemetery. То есть это как бы кладбище. Remember the cemetery. Помните кладбище? All that is dead matter. Все, что является мертвой материей. All this materialistic universe. Все, что является этим материалистичным миром, материальным. From Maya up down to Prithivi. Начиная с Майи и кончая Prithivi, the grossest, yes, matter, Prithivi. То есть это уже solid matter. Переработанная материя, как этот стол, все, что плотно, физически. Next, Kshamaraja said, I speak about Jivanmukta. Jivanmukta is a Suprabuddha, obviously. Потом Кшамараджа говорит о Дживанмукте, естественно, они являются уже супрабуддхом. Татсамведана адирудха Дживанмукта. Дживанмукта is someone that is адирудха, that he has ascended татсамведана. He had ascended to that knowledge, yes, that this universe is Shiva. И Дживанмукта является тот, кто уже возвысился до знания, до понимания того, что Шива является всей этой вселенной, или вся эта вселенная является Шивой. Кшамараджа says, iti shlokenoktam. That means, shlokenoktam. This is affirmed but one stanza, yes, in this chapter. И это отражается в одной из строф в этой главе. Next. Это татва сама садане найва. Окей. Сама садаканам свешта сити. Окей. Окей. Next, they started to speak about the accomplishments of the desire of the one desires, yes, the object that one desires, only realization of this spanda is the only way to attain the what you desire the most, yes, this is the object. Из всех желаний, которые могут вообще возникнуть, самое главное – это желание достичь реализации. То есть это может быть названо самым основным объектом желания, который приведет к освобождению. That's what he says, sadhakanam, in the case of the sadhakas, in the case of the practitioners. In the case of the practitioners, to realize spandas, this universe, yes, is the only way to attain final liberation, the only way to attain Swishta city, the accomplishment of his own, the object that they desire the most. То есть для духовного подвижника самым важным объектом желания должно быть желание осознать спанду, осознать всю вселенную как спанду. And he say, Кшамараджа said that it is plain, iti. Shloka dvayena vihitam iti. So this is mentioned, iti sankshepa. This is mentioned in a
summarize away by two stanzas. И эта идея обобщена в двух строфах. Санкшепа, компендиум. Собраны, это собирательный смысл двух строф. Ити шлока двоена пихитам ити санкшепа. Yes? The commentator. It's not translated, I'm translating with the help of another translator and myself. Ata granto diakya, atramakyo vyakhyayate. So, now, the meaning of the book is explained, yes, the meaning of this book. Well, by this book, this part, the translator didn't translate. Oh, what a joke, yes? You know? Understand? He translated all this part. Mm-hmm. All this part. Mm-hmm. Yes? This is the summary of this section. Yes? This. Mm-hmm. This section. Sankshepa. But this part he didn't translate. Mm-hmm. The translator. Here it translated. Now the subject is being explained. So, this translator put notes and continue translation here, but I reading all at the same time. Mm-hmm. So, ata granto vyakhyate. Now, granto, the book is explained. But the translator put, this translator is very famous, translator put, now the subject is being explained. No. It's not the subject, it's the book is being explained. Yes. И в результате этот переводчик, он очень известный, он пишет здесь, что теперь цель объяснена, на самом деле это не цель, а книга, то есть поясняется смысл книги. Because the translator thought is the second section going to be explained, not the entire book. So it's better to translate the subject matter, yes, not the book. Потому что он, наверное, решил, что все-таки здесь поясняется только второй раздел, а не вся книга, поэтому... Кшамараджа says granto. Granto comes from grantaha, book. Но Кшамараджа здесь использует напрямую слово книга. Переводчик, видимо, его это ввело в заблуждение, он решил, чтобы... Translator, like in Italian. Traduttore, traditore. Translator, traitor. You understand? It's very simple. It's not on purpose. It's because... it's human problem. It's not on purpose. It's not a bad translator. It's a very good translator. But it's a problem with that he couldn't understand the full meaning because he thought, no, maybe it's better this. Yes, it's usual. И это как по-итальянски. Слово переводчик и предатель, они почти одинаково звучат. И люди это не специально делают. То есть они не злоумышленно пытаются какой-то другой смысл придать словам. Просто в этом контексте книга выглядит странно, потому что действительно поясняется второй раздел, но изначально автор использовал слово «книга», и он на всякий случай, потому что не был уверен, он просто перевел как тему. It's not evil, it's just непреднамеренно. Просто так лучше звучит, и он на самом деле очень хороший переводчик, но это типичная такая человеческая проблема, что когда люди не понимают, как смысл слова использованного, какое отношение он имеет к этой фразе, они иногда заменяют слово на более удобное. That's why I prefer to translate literally, yes, most of the time, because I don't want to put my thoughts into the translation. Поэтому я предпочитаю обычно переводить очень дословно, как бы слово за словом, потому что таким образом я не включаю какие-то свои додумки, догадки в перевод. Yaduktam yatra stitamidam sarvam kayam yatmacha nirgatam iti tatra shuddham tavan mantra di rupam. That means in the aphorism 1 first section it was read like this yatra stitamidam sarvam karyam yatmacha nirgatam. То есть это значит, что в первом афоризме говорится следующее. Yatra sthitam idam sarvam, in which, in spanda. Sthitam
Idam Sarvam, all this universe is Titan, remains, yes, remains in Spanda, in which. То, в чем покоится вся эта вселенная в Спанде, то есть имеется. Вот Идам Сарва Карьям, all this Карьям, all this creation, this is manifestation. Все это создание, все проявленное покоится. Ясмача, Анча, Ясмач, Ясмат, from which, from Spanda, this manifestation Nirgatam has emerged, yes. Откуда все проявленное и появляется, откуда оно исходит, опять же, из панды. So, Шамараса say, Татра Шудам Таван Мантради Рупа. So, it's speaking about, the first section is speaking about the mantra, Mantreshwara, mantra Maheshwara and the race of divinities. Это потому что в первом разделе говорится о мантре, мантре Мантрешваре, мантре Махешваре и остальных божествах. Yes, yes, good translation. And it's the kingdom of God, yes, the mantras, the experience of the Tattva category 5, the Mantreshwara, the lords of the mantras, it's great beings, Мантры Мантрешвары, то есть которые управляют всеми мантрами, и это очень высокие таты, высокие категории. Окей. Вишрамьяти. Вишрамьяти татрайва. Татрайва вишрамьяти. All of them rest in Tatra, in Spanda. И все они покоятся, находятся, пребывают в Спанде. Татватама никшенда 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 паригатита душтанта пупура пурасарам нирупаяти. Yes. So now there will be an example, yes, that has been already explained in the first section. And this example is with the aphorism 2, first and 2, yes. I wrote the first aphorism. Здесь приводится пример, который уже был приведен в предыдущей секции, который выражен в первом и втором афоризмах. Okay, so the mantras, the divinities of the lords of the Tattva 5, yes, the lords of Sadvidya Tattva, and the sacred words emitted by those divinities, yes, by those great beings, yes. То есть эти божества, мантры, которые являются правителями пятой категории, пятой таттвы, садвидио, и все слова, которыми произносятся. All that is mantras according to Кшемараджа. И все это является мантрами, согласно Кшемараджа. According to other authors, mantra, ha, there is only the sacred formulas, the sacred words, Om, Om Namah Shivaya, only that. Но согласно другим авторам, мантры рассматриваются именно как сами эти священные слова, то есть не божества, а именно эти слова, формулы, священные формулы, как Ом, Ом Намах Шивая и так далее. Now, a little break for you to take a rest. Describing all the form, describing da 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 da
mantras. So this was a description. The mantras. Well, what are the mantras? The mantras are Ananta, Vyoma Vyapa, Vyoma Vyapa. Now we'll continue to translate on the fly. The first two stanzas, the commentator of these stanzas, Kshemaraja. The stanzas were written by Vasugupta, sage of our Tetrika tradition. And the commentator, Kshemaraja, is another sage. Сами афоризмы были написаны Васугуптой и мудрецом, а прокомментированы Кшемараджи еще одним мудрецом. So the second aphorism says, Tatraya vasam praniyante shanta rupani ranjanaha saharadha kachitena tenaite shiva dharminaha. Mantras whose denotation as a specific deities has ceased and who are devoid of all limitations of office get absorbed in that force or spanda together with the mind of their worshippers. Therefore, these mantras are of the nature of Shiva. Мантры, освобожденные от своей функции и роли божества, вновь поглощаются этой силой или спандой вместе с умом поклоняющихся им. И, следовательно, эти мантры обретают природу Шивы. In red you have the isolated word, yes, forming the stanza. You have that paper. На распечатке у вас есть with the transliteration of the second stanza. Транслитерации. Красным цветом он записал слова, которые запрятаны в этих составных словах, то есть отдельно. Татрай басам пралиянте шанта рупа ниранджанаха сахарадха качите на тенайте шива дхарминаха. There is a secret is hidden in that stanza that defines the three aspects of the sacred word. На самом деле в этой строфе спрятано несколько секретов, и они как раз обозначают sacred word. Как раз они говорят о священных словах. Mantra, the sacred word in this case, not the divinities. Yes. В этом случае под мантрами подразумеваются сами священные слова. Mantras must be shantarupaha. И они должны быть shantarupaha. Peaceful. То есть умиротворенными. The translation is different here because there is something encrypted inside that I'm now developing for you. Yes. И перевод, который есть у вас, он отличается на английском, по крайней мере, потому что здесь сейчас разворачиваю. Two interpretations. One interpretation I translated there. Одна из интерпретаций это та, которую вы видите в переводе, который есть у вас. But there is another secret interpretation there. Но есть еще и дополнительный тайный перевод значения. Pertaining only to the sacred words. И это относится только к священным словам. So a mantra must be peaceful, must give peace to your mind. То есть, с одной стороны, мантра должна быть умиротворенной, она должна умиротворять ваш ум. Ниранджанаха. Ниранджанаха means that the mantra is never an object, it's all the time the subject. Ниранджанаха значит, что мантра не может никогда являться объектом, она всегда должна быть субъектом. So you cannot repeat a mantra like this, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, like Om Namah Shivaya an object. No, you are Om Namah Shivaya, you, the subject, are Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Поэтому вы не можете повторять мантру как какой-то you. Внешний объект, вы повторяете ее как субъект. То есть вы говорите Ом Намах Шивая, вы и есть Шива, то есть вы повторяете свое имя. Real mantras are Shiva Dharminaha. They have the dharmas, they have the attributes. In this case, dharma is not the usual meaning of dharma. In this case, it's attribute. Mantras have the attributes of Shiva. И также мантры являются Шива Дхарминага, то есть они им присущи атрибуты Шивы. Omniscience, omnipotence, omnipotency. Все знания, всемогущество и остальные. So a mantra must deliver that for you. То есть мантра должна вам давать именно это. Now, Kshemaraja says,
explain the phrase Tada Kramya Valan Mantraha, the first stanza, yes. Кшмараджа поясняет первый афоризм. Grabbing hold of that for the mantras full of the omniscient power, yes, proceed to occupy well. He says a strange thing, yes, in Sanskrit, because it is encrypted. Он говорит одну такую непонятную тайную вещь, которая зашифрована в санскрите здесь. He said that spandatatvatmakam valam pranarupam virya makramya avidhena ashrayataya abhastavya bhagavanto ananta vyoma vyapya dayo mantraha sarvagya valena sarvagya tvadi samarthena shlaghamana simbhamarna adhikaraya dehinam pravartante shrishti sankhara tirodhana nugrahadi kurvanti tyartaha vidyartaha, this is the meaning. Tyartaha, вот это и есть смысл. Now, someone will explain the meaning. Пусть объяснит это значение. It's easy, very easy. Look, tat spanda tattva matmakam valam. Balam, the force, the nature of this force is prana, is life. То есть природа этой силы является жизнь. Shakti is alive, the goddess is alive in this metaphor. Потому что Шакти жива, она единственная, кто является одушевленным на этом. This life here, yes, is the goddess. На этом кладбище, то есть единственная look, жизнь, look которая здесь eyes, присутствует. Yes? They are bright because of the goddess. Посмотрите мне в глаза, например, они блестят. The eyes are dead. Сами глаза по себе, они мертвы, but но они блестят за счет, yes, because of the goddess. За счет этой богини. She is the only living being here. Она единственное живое существо. Спанда. Спанда. Прарна рупан. Her nature, her rupan is prarna, is life. Прарна рупан, то есть ее природа является жизнь, жизненная энергия. Прана is to this, yes. This is prana, vital energy. И прана это жизненная энергия. Is the energy of life. It's life. То есть это та энергия, которая дает жизнь. Virya ma kramya. So grabbing hold of that force means grabbing hold of virya, grabbing hold of the power. Yes. Balam is power. То есть ухватываясь за эту силу, за эту жизненную силу. Abhedena. In unity. В союзе. Completely non-dualistic. То есть имеется в виду полное недвойство. I am Spanda, I am Shakti, I am that force. То есть я и есть Шакти, я и есть эта сила. Ashrayataya means taking refuge. Yes. Literally means with the state of taking refuge. With the state of taking refuge. But you translate by resorting, by taking refuge in, by what is resorting by recurring. By taking recourse to or something. By resort to. Bhagavanto is the plural, yes? The plural of what? Of Ananta and Vyoma Vyapi Adayaha. Is the plural of the Lord, the Bhagavat. Who? What lords? Ananta Bhataraka, the patriarch, yes, of the mantras, the divinities of the Tattva Five, of the fifth category of the Kingdom of God. I haven't translated anything. Because I am moving at my speed now. This is my speed, Sanskrit. Смысл был в том, что прибегая, используя эту силу, мантры, которые являются владельцами, то есть они являются управляющими. Я уже забыла. This is my speed, because I'm full of the spirit of God now. I'm with Sanskrit. Yes, I'm not with English. I'm not Gabriel anymore. Gabriel is gone. Габриэль уже испарился. This is me, my real me. So this is my speed. And you cannot because you are still little disciples. Yes. И, конечно, нам тяжело so I need to stop
But I'm tired when I stop. And now I'm at my speed, Sanskrit. And in fact, my speed is with no explanation. You have to understand. Yes, and that's it. This is my full speed. So, but I am like nervous because I'm with boom, boom, yes, with God inside me dictating. Я просто сейчас очень взбудоражен, потому что я наполнен Богом, и это именно как бы мой конек, и поэтому мне очень быстро все выходит, и я как бы иду со своей скоростью. Когда я очень замедляюсь, меня это утомляет. И сейчас я как бы в таком враже нехожусь. So Ашратая, these mantras, these divinities, or these sacred words, the two meanings. То есть ашратая это либо сами божества, либо священные слова. Ашратая, taking refuge, resorting to, yes. Прибегая к укрытию, прибегая к убежищу. Акша Мараджа adds synonymous with that, avastavya, avastavya, having the support of, yes. Его на самом деле используют синоним, то есть заручаясь поддержкой. Using that force as a support. Используя эту силу для поддержки. These mantras, who are these mantras? Anantabhata, the Lord's Anantabhataraka. Кем являются эти мантры? Они являются Господом Анантабхатарака. The Patriarch. То есть это значит патриарх. Anantabhataraka created the 70 million mantras around. Этот Анантабхатарака, он создал 70 миллионов мантр. Он является как бы патриархом. Это огромная сила. 70 million mantras were created by him. Именно он создал 70 миллионов. Obviously, he is a Suprabuddha. Конечно, он Супрабудха, без сомнения. Vyoma Vyapi, yes, another great being in Tattva 5, yes, in the fifth category of the Kingdom of God. Еще одно великое существо из пятой категории наших тат, Vyoma Vyapi. Vyoma Vyapi. The one that penetrates the bioma, the space of consciousness. Тот, кто проникает в пространство сознания, слово. Адаяха, etc. И так далее. These are the mantras. These mantras, grabbing hold of the power of the virility, yes, of this force, spanda. Sarvagya balena, sarvagya twadi, twadi samartena. So. With this capacity, with the force, with the omniscience force. С помощью силы всезнания. These mantras has omniscient force, the force of omniscience. Эти мантры наполнены силой всезнания. Sarvagya twadi samarthena. They have the capacity of omniscience. Yes, they have this capacity of omniscience, etc. То есть они обладают этими качествами, этой силой. So, by the word Sarvagya Vala Vasugupta, according to Kshemaraja, he is denoting not only omniscience, but the rest, omnipotency, full will, etc., all the powers of Shiva. Согласно комментарию Кшемараджи, здесь Васугупта под этим словом подразумевает не только силу всезнания, но все остальные силы, всемогущество и все силы, присущие Шиве. Шлагамана. Shrimba Marna, these mantras are manifesting, they are appearing, they are being shining forth, yes. То есть таким образом мантры сияют, проявляются. Adhikaraya Dehinam Pravartante. They proceed, these mantras, after appearing, after shining forth, to proceed to do what? И когда они появляются, они чем занимаются, что они делают после этого? Adhikaraya dehinam, to translate it, to occupy themselves with their respective functions toward embodied beings. Начинают выполнять свои соответствующие функции по отношению к воплощенным сущностям. These mantras, mantreshwaras, mantra maheshwaras are the famous rudras. То есть все эти мантры являются этими известными рудрами, сущностями, освобожденными сущностями. The liberated being that
carry out the functions of what? Да, освобожденные сущности, которые выполняют какие функции? I disagree with Kshemaraja. Kshemaraja says, Shrishti Samhara, Samhara Tirodhana Nugrahati, Kurvanti. So this Kurvanti, this mantras performs the acts of Shrishti, manifestation of the universe. Здесь я в этом пункте даже не согласна с Кшемараджи. Он говорит, что они выполняют такие функции, как проявление Вселенной. Самхара, dissolution of the universe. Самхара, то есть разрушение Вселенной. Тиродхана, bailing of your own nature. Тиродхана, сокрытие своей собственной природы. Ануграха, revelation of your own nature, yes, grace, divine grace. Проявление своей природы, то есть милость, которая снисходит. Etc. By etc. Кшемараджа means sthiti, maintenance of the universe, yes. Но когда Кшемараджа говорит и так далее, он имеет в виду sthiti, то есть поддержание Вселенной. Кшемараджа says that the mantras and the rest of divinities of the tattva 3, 4 and 5 carry out this function. То есть Кшемараджа утверждает, что сущности, существа из 3, 4 и 5 таттвы как раз выполняют эти действия, эти функции. This is the famous Panchakritya, the five acts of Shiva, yes, Panchakritya. Это и есть Панчакритья, то есть всем известные пять действий Шивы. Manifestation of the universe. Проявление Вселенной. Maintenance of the universe. Поддержание Вселенной. Withdrawal Вселенной, of the universe. Сокрытие своей природы. Bailing of one's own essential nature and revelation of one's own essential nature. But I disagree with Kshemaraja. Тут я не согласен. Because the Rudras, this liberated being, yes, mantras, mantra maheshwaras, mantreshwaras, these liberated beings whose names are Anantabhataraka, Vyoma Vyapini, etc. То есть я здесь не согласен, потому что эти мантры, все их три вида и их имена, которые были перечислены ранее. Only perform three acts, not the fifth, not the five. На самом деле они производят всего основных три действия, но не пятое действие Шивы. Only Srishti, Sthiti and Samhara. Only manifestation, maintenance and dissolution of the universe. Они занимаются только проявлением, поддержанием и разрушением Вселенной. The acts of Tirodhana and Anugraha, the acts of bailing one's own essential nature and revelation of one's own essential nature are performed by Shiva alone. На самом деле последние два действия, то есть сокрытие своей истинной сущности и проявление ее, выполняет сам Шива. Not by the Rudras. Но yes. Не Рудры выполняют. I disagree with Кшемараджа. Здесь у меня расхождение с ним. Sarvagya shabdena shabdo bhava pradhana sarvakartritva dyupalakshati. So that this is mean that the word sarvagya there, I told you before, sarvagya there, the shabda, the word sarvagya, omniscient, yes, omniscient power, also means the rest of powers, yes, sarva kartritva, etc., yes, omnipotency, tremendous power of will, and the rest of powers of Shiva. Ну, как я уже говорил, здесь под словом все знания, сарвагья, имеется в виду также и все остальные силы, всемогущество, полная сила воли и так далее. So, Yatha dehinam karananyu papadi tadrisha tada balama kramya vishaya prakashadau pravartanta iti drishtantaha. Because I'm reading from the sign, so it's difficult. Iti drishtantaha. This is an example. Приводится пример. Well, the example. In Sanskrit, at the end, put the thing, yes? At the end, iti drishtantaha. This is an example. So the sample is before.
обычно в санскрите все наоборот местами поменено. Ятха. Здесь пример, они говорят пример. Ятха. Just ask. Dehinam karanani. The senses of the embodied beings. Восприятие или чувство воплощенных сущностей. Упападри. Упападита адриша. So, this carry out, proceed to do their respective functions. Продолжают в свою очередь выполнять свою функцию. In the same way, tadvala makramya, and they do that. Tadvala makramya, they do that grabbing hold of that force of spanda. И делают они это, ухватившись за эту силу спанды. Вишая пракашадаю правартанта. So they proceed. They proceed. For example, Vishaya Prakashadaya. So these senses pravartante, they are proceeding in what? In prakasha, Vishaya Prakasha, in manifesting, in giving rise to objects. То есть чем занимаются эти чувства? Они продолжают воспроизводить объекты. Etc. И так далее. Etc. So in this is example. In the same way, the mantra, the great divinities carried out to their functions by grabbing hold of spanda. Это было приведено как пример, и подобным же образом мантры выполняют свои функции, ухватившись за спанду. So, next, Niranjanaha. Niranjanaha, according to Kshemaraja, Niranjanaha means that they are completely free of their duties. So they are like the mantras took a day off. Ниранджанаха в этом смысле имеется в виду, что они полностью освобождены от своих действий, от своих обязанностей, то есть как будто у них выходной. When the mantra take a rest, yes, completely. То есть когда они полностью отдыхают от своих функций, от своих обязанностей. Татха, in the same way, Ниранджанаха. Ниранджанаха means completely free of his duties, of their duties. Само это слово Ниранджанаха значит освобожденный от обязанностей. Krita kritya tva nivrita nivrita dhikara malaha. So they are completely free of their functions, so they are assigned duties, yes? Krita, completely done. They did all in their rulers. They manifest the universe, they maintain the universe, and they dissolve the universe. Now they are at rest. Когда рудры выполнили полностью все свои функции, проявили Вселенную, поддержали и разрушили, теперь они могут отдохнуть. This is the divinities in the state of Niranjanaha. They are completely resting. Yes. Это и есть эти божества, находящиеся в состоянии Ниранджанаха, то есть как в отпуске, они отдыхают от своих функций. And what is Shantarupa? Shantarupaha, according to Kshemaraja, is Shanta Vishishta. Vishishta vachakatma swarupasta traiva spandatma ke vale spano. Shanta rupa means. Что же значит Shanta rupa здесь? Yes, means that Shanta vishishta vachakatma ka swarupas means that Shanta rupa means that the essential nature of the mantras, of the divinities, of the Anantavatara and the rest of the Rudras, is completely. They are not anymore deities for the people practicing mantras. То есть Шантарупа здесь значит, что вот эти вышеупомянутые рудры, они как бы освобождены от своей обязанности быть божествами, то есть как бы они освобождены от этой должности. Because they are not anymore Shanta Vishishta Vachaka, so their nature as Vachaka, as words, special words, are completely
addressed, yes? They are not being the deities anymore of that or those sacred mantras. То есть они освобождены от исполнения своих обязанностей в роли божеств, которые населяют мантры, священные слова. Они освобождены от этой должности. Because when you repeat a mantra, you are worshipping the divinity called mantras. Потому что когда вы повторяете мантры, вы также восхваляете то божество, которое является мантрой. So that divinity must assume that must play the role of the deity of the mantra. И поэтому в этот момент это божество, которому вы поете мантру, оно должно исполнять эту роль этого божества. But at this moment, when they completely merge into Spanda, they abandon even that role as deity of the mantra. Но когда их полностью поглощает Спанда, они отбрасывают свою роль божества мантры. Okay. Tatraeva Spandatma Kevale. So in that force that consists of Spanda, yes. И в этой силе, состоящей из панны. Самьяг, авета, патья, пракаршерна, пунар, авритья, лиенте. What happened? Лиенте. Here completely dissolved. But самьяг, авета, патья, пракаршерна, пунар, авритья. So they never return again, apunar, they never return again to their previous state. Что происходит? Они полностью растворяются и никогда уже не возвращаются в свое предыдущее состояние. It's tremendous on the fly. So they dissolve completely in Spanda. То есть они полностью растворяются в Спанде. They abandon all. И они отвергают все. Prakarsherna, by their excellence. Because, и из-за своего великолепия возвышенности. Потому что они очень божественны по своей природе. Adhikara malan mucchate. So they are completely free of all the malan, all the adhikara malan, all the their functions, all their duties, completely. Они полностью освобождены от всех своих обязанностей. Arataka chiteno pasaka. So, and with the mind of the Arataka, is the people that worship those deities, mantras, yes, Anantavataraka and the rest. Arataka это как раз и есть те люди, которые преклоняются перед этими божествами. То есть это, грубо говоря, практикант, подвижник. When you repeat the mantra Om Namah Shivaya, you are worshipping all those divinities because those divinities created Om Namah Shivaya for you. Когда вы произносите Om Namah Shivaya, вы таким образом поклоняетесь тем божествам, которые создали для вас эту мантру Om Namah Shivaya. Because Om Namah Shivaya emanated from the mouth of Ananta Bhattaraka. Потому что Om Namah Shivaya эманировала из уст Ananta Bhattaraka. So, at that time, your mind, because your deity is completely merged into Spanda, you, that you are worshipping that deity, you merge too into Spanda. И в этот момент, поскольку это божество растворяется в Спанде, которому вы преклоняетесь, и вы тоже растворяетесь в ней через это. So you repeat Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, but as Anantavataraka merged into Spanda, yes, he drags you with him to the same state because you are your worshipper, his worshipper. И в этот момент, когда вы произносите мантру, поскольку Ананта Аватарака растворяется в Спанде, он как бы вас с собой туда уводит, вы тоже растворяетесь в Спанде. Arathaka. The meaning is according to Kshemaraja. Такого значения согласно Упасака. Упасака лока самбеданена. Самбеданена according to Kshemaraja is chitena, is the mind.
But according to Semaraja, it's not the usual mind. It's a mind full of knowledge, full of samvedana. Самведанина здесь имеется в виду ум восхваляющий, но это необычный ум, не ум в обычном смысле. And this knowledge is belongs to whom? To loka, to the people. Этот ум наполнен знанием, но какое это знание? Это знание, принадлежащее лука, то есть людям. But these people is not normal people. Но эти люди опять же необычные люди. They are upasaka. Yeah? Upasaka, loka. Они являются упасака лока. People that serve the Lord. Yes. Это те, кто служит Господу. Saha, together. So. Вместе. All these deities, mantras, mantreshwara and the rest, yes, merge into Spanda and drag with themselves all the people worshipping them. И таким образом все эти мантры, то есть эти божества, растворяясь в Спанде, утягивают с собой и тех, кто произносит мантру, то есть преданных, произносящих ее. And when the mantra, the deity of the mantra is merging into the self, the mantra is lost with him and your mind is dragged to. Yes, to that state. То есть в тот момент, когда это божество растворяется в Спанде, утягивает ваш ум с собой.